Ну, ты моя красотка. Давай я тебя поглажу. Не надо, не хулигань. Не хулигань лапу готовит. Вот так вот. Ты вот не страшно же, нет? Лапу сразу высовывает. Сейчас, говорит, врежу. Да? Ай, ты хулиганка. Жарко, скажи. Не хулигань. Не хулигань. А я вот здесь буду вот гладить, вот так. А я вот тут поглажу. А я вот за ухо возьму. Да, вот. Ну ладно, скажи. Ну из приличия могу и ударить, скажи, да? Да, это мама Вероника крутит лосям. Доски восстанавливает. Не расстраивайся. Ой, ты. Не надо, не надо, не надо, не надо. Я не могу. Я тебя лапой буду звать. Да? Ой, ты моя красавица какая. Ой, красавица. Что? Это чья лапа тут? Ухо почесать, типа ухо почесать. Ну, почеши. А я вот тебе раз и вот так, вот так. Давай я почешу, давай, ну, давай. Ухо почесать? Ну, давай почешу, давай. Нет, нет. Лапу убери, почешу. Да. Ну, какая у нас лапа. Вот, видите, какая лапа. Вот моя лапа. Вот Волгина лапа. Гималайцы они помельче немножко. Да? Что, моя хорошая? Ну, привет. Да ладно тебе. Так держится. Вот так мы лежим. Ну, видишь, я же чешу, нормально все. Не страшно же, правильно? Опилки, скажи. Ай, ты моя хорошая, хорошая. Не надо, не хулигань. Ладно, давай отдыхайте.